В своих сюжетах мы не раз рассказывали вам о том, что благоустройству сельских поселений руководство района уделяет большое внимание. Главы сельских поселений прилагают все возможные усилия для того, чтобы жители чувствовали себя комфортно. Не исключение Кашихабское сельское поселение. За последние годы центральный парк аула Кашихабли кардинально преобразился. Администрацией сельского поселения были установлены фонари, лавочки, урны, детская игровая площадка, спортивный тренажер. Но, к сожалению, не все ценят этот труд и затраченные на него средства. В ночь с 18 на 19 октября в Центральном парке аула Кашихабль были совершены, если можно так назвать, акты вандализма. Об этом нам рассказал заместитель главы Кашихабского сельского поселения Рамазан Мамхегов. В ночь с 18 на 19 октября в парке отдыха аула Кашихабль были совершены акты вандализма в отношении мусорных урн. Неустановленные лица выломали 4 урны, буквально с корнями были выдернуты из земли. Администрация Кашихабского сельского поселения регулярно занимается благоустройством парка отдыха. Старается, чтобы для жителей аула Кашихабль здесь все было чисто, убрано. Для этого установлены мусорные контейнеры, баки. Но, тем не менее, некоторые несознательные жители аула совершают подобные, ну, действительно, кроме как вандализма, никак не назвать. Все это делается для жителей аула Кашихабль. Но, тем не менее, находятся люди, которые несознательно относятся к тому затраченному труду людей, которые занимаются благоустройством, очисткой данной территории. И в данном случае, кроме актов вандализма, это еще причинение материального ущерба администрации, так как на это затрачено немало средств. На сегодняшний день мы напишем заявление в органы внутренних дел, чтобы рассмотрели вопрос о возможном привлечении к административной либо к уголовной ответственности лиц, совершающих подобные действия. Поэтому, обращаясь к жителям аула Кашихабль, хочу попросить контролировать детей в вечернее время без сопровождения родителей несовершеннолетних не выпускать после 22:00. Скорее всего, такие действия совершаются после 22:00. Поэтому родители должны строго контролировать местонахождение своих детей в вечернее время, чтобы они не могли самостоятельно, безнадзорно находиться на территории аула Кашихабль, совершать какие-то либо действия. Все это должно находиться под контролем. По данному происшествию, обращаясь к жителям аула Кашихабль, просьба не проходить мимо, когда совершаются подобные действия, пресекать подобные действия, проводить воспитательную работу с молодежью, чтобы подобные случаи впредь не повторялись.